Добрый день, друзья! Меня зовут Николай Гражданкин. Я руководитель отдела продаж строительной компании «Отделстрой». Приглашаем вас на экскурсию по жилому комплексу «Новый Леснер» компании «Отделстрой». Сейчас мы находимся перед главным фасадом жилого комплекса, который выходит на улицу Александра Матросова. В архитектуре дома выдержан неоклассический стиль в лучших петербургских традициях. Обратите внимание на художественную подсветку. Она придает домам эффектный вид в темное время суток, а зимой выглядит поистине волшебно. Жилой комплекс «Новый Леснер» расположен в Выборгском районе на улице Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Самсонинским проспектом. В составе комплекса две очереди строительства. Первая очередь уже готова, вторая очередь строится. Завершение ее строительства планируется в третьем квартале 2023 года. Во дворе первой очереди мы построили детский сад на 125 воспитанников. Во дворе второй очереди построим единое здание школы на 230 учеников и детского сада на 120 детей. В радиусе километра рядом с жилыми комплексами также есть детские сады, школы и медицинские заведения. На первых этажах со стороны улицы Александра Матросова расположены встроенные коммерческие помещения. Мы их не продаем, а оставляем в собственности компании для того, чтобы наполнить полезными для жителей сервисами. Мы планируем открыть здесь передовой медицинский центр, салон красоты, пекарню, магазин экопродуктов, детский развивающий центр и так далее. Все объекты инфраструктуры имеют отдельную от жилой части входы, поэтому внутренняя дворовая часть комплекса остается приватной. В обеих очередях нового Леснера воплощена концепция «закрытый двор». Например, в первой очереди вход и выход осуществляется через один из семи входов, расположенных по периметру. Заехать на машине в паркинг или на гостевую парковку можно также по индивидуальному ключу. Или с помощью компактного бесконтактного устройства, которое работает по принципу транспондера. Устройство находится в машине, когда вы подъезжаете к воротам во двор или в паркинг, они автоматически открываются. На территории жилого комплекса можно попасть тремя способами. Первое – это с помощью магнитного ключа. Второй способ – с помощью бесконтактной магнитной метки. И третий способ – через мобильное приложение, установленное на вашем мобильном телефоне. Приложение легко скачать и установить. Вы сможете легко открывать двери парадных через приложение своим гостям. Большинство наших парадных двусторонние и имеют два входа. Один со стороны улицы, другой со стороны двора. И это значит, что вы можете подъехать на своей машине с внешней стороны здания и сразу попасть в свою парадную. Второй выход из парадной ведет в закрытый внутренний двор с детскими и спортивными площадками. Посмотрите, какой светлый и просторный двор, свободный от машин. Здесь выполнен ландшафтный дизайн, дорожки вымощены тротуарной плиткой. В центре расположена детская площадка, зонированная для детей разных возрастов. Рядом всепогодная тренажерная площадка. На всех площадках выполнено мягкое прорезиненное покрытие, которое убережет от травм. А это лаунж-зона со стильными деревянными скамьями вокруг фонтана, шезлонгами и вращающимися креслами. На территории ЖК установлено более 150 камер видеонаблюдения с полной зоной покрытия. Камеры стоят по периметру комплекса, в парадных, лифтах, на въездах в паркинге. Рядом со входом в парадные расположены мусоросборные камеры. Доступ к ним осуществляется по индивидуальным магнитным ключам. Мы с вами находимся у парадной, в которой продолжим осмотр. Пойдемте. Просторные парадные холлы украшены каминами, декоративными часами и зеркальными панно. Давайте поднимемся на этаж. В каждой парадной установлены два скоростных и бесшумных лифта фирмы Steinberg – грузовой и грузопассажирский. Лифты выполнены из нержавеющей стали по индивидуальному проекту застройщика. На время заселения лифты покрыты защитной пленкой. Внутри установлена защитная обшивка, чтобы их не повредили стройматериалами. В коллекторных шкафах, расположенных в общих коридорах, находятся квартирные электросчетчики и счетчики тепла. Сбор и учет показаний осуществляется управляющей компанией. На каждом этаже всего 4 квартиры. Студии в новом Леснере не предусмотрено. При входе в квартиру установлена высококачественная металлическая дверь. Установленные двери обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией. Установлены усиленные петли. Внутренняя часть двери выполнена в универсальных светлых тонах и подойдет к различным цветовым решениям в дизайне квартиры.
Во всех квартирах у нас по умолчанию предусмотрена предчистовая отделка. Она включает в себя штукатурку стен в комнатах, в кухне, в коридоре и машинную стяжку пола во всех помещениях. Выполнены выводы горячего и холодного водоснабжения, стояков канализации с заглушками, в санузлах. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме с нагревом воды в индивидуальном тепловом пункте, поэтому вода остается чистой. В квартирах сделана горизонтальная разводка системы отопления. Трубы скрыты в стяжке пола с нижним подключением радиатора. Выполнена электрическая разводка с установкой розеток и выключателей. Межкомнатные стены сделаны из позагребневых плит КНАУФ с высокой звукоизоляцией. В квартирах увеличены оконные проемы размерами 1,80 на 1,80 м. В окнах установлена пятикамерная оконная система класса А с монтажной глубиной 70 мм. Во всех квартирах, даже на первом этаже, есть остекленный балкон. На балконах предусмотрены места для наружных блоков систем кондиционирования, которые собственники могут установить самостоятельно. На верхних этажах расположены видовые квартиры, из окон которых можно любоваться Невой и историческим центром города. Полная отделка включает в себя устройство натяжных потолков, оклейку стен обоями и монтаж ламината в комнатах, кухне и коридоре, санузлы в кафеле, сантехникой, установлены межкомнатные двери. В каждой очереди нового Леснера есть подземный и многоуровневый паркинг, а также гостевая парковка. Мы с вами находимся в многоуровневом паркинге. Обратите внимание на просторные места, на широкие проезды и удобную навигацию. Покупателям доступно несколько вариантов машиномест – стандартные, увеличенные или с нишами для хранения. Добро пожаловать в новый Леснер – ваш респектабельный и комфортный дом.